Привет, привет, ребята, с вами Телига. Сегодня я бы хотел вам рассказать и показать, как сжать видео без потери качества. Для этого нам понадобится программа Video2Video. Video. Ссылка на нее будет в описании. Вам понадобится ее скачать и установить. Как это сделать, я показывать не буду, так как это очень легко. Когда вы скачали и установили программу, заходим в нее. Когда вы зашли в программу, тут есть белое поле, на которое нам нужно перетащить ваше видео. Когда вы перетащили ваш ролик, тут надо нам выбрать подходящий нам формат, в который будет видео конвертироваться. Я всегда выбираю MP4 или AVI. Более часто выбираю MP4. В настройках этого формата я ничего не меняю, кроме видеокодека. Вместо MP4 я ставлю X264. И все. Но тут также присутствует вкладка «Качество», где нам можно поменять качество. 7 это 1080p, 6 это 720p и так далее. Я тут никогда не меняю, так как у меня все ролики в 720p. Если у вас даже ролик 240p, 360p имеет, то вы можете переконвертировать его в формат 720p или 1080p свободно. Когда вы выбрали, настроили, то нажимаете ОК. Далее нажимаем вкладку «Опции», «Настройки», и нам надо выбрать выходную папку, куда будут сохраняться наши видео. Когда выбрали, все, нажимаем «Ок». Далее нажимаем «Конвертировать». У вас видео сконвертируется, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем «Открыть выходную папку». И там будет наше видео, которое можем просмотреть и сравнить с предыдущим видео. Разница будет большая. Это все, что я хотел сказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Талига. Всем удачи, всем пока. Все ссылки находятся в описании. Ребят, забыл вам показать результаты. Сейчас вы видите видео, которое до. Я снимал вот этот ролик. 156 мегабайт. И после. Я сконвертировал его в этой программе. Вот. 100%. Она весит 5 мегабайт. До 156. Вот даже могу свойства показать. 5 мегабайт. Я думаю, вы заметили существенную разницу. На этом все. А, забыл еще показать качество. Видите, какое тут качество? Запоминайте. И сейчас вам покажу уже разницу. Это сконвертированное видео, которое после. Разницы я вообще не замечаю. Качество какое было, такое и осталось. А размер существенно изменился. На этом все. Всем удачи, всем пока.